Всем привет, с вами Хайкер, сегодня поиграем в игру Rareway Empire. Тяжело читать английский язык. Название Rareway Empire. Rareway Empire, да. Так, наверное. Чуть-чуть потише. Нет, это слишком тихо. Вот так вот более-менее. Так, компания. Глава первая. Глава первая. Великие равнины. В первой главе вы оказываетесь на строительстве площадка железной дороги Union Pacific. Прокладка, которая началась в 1863 году. Путь прокладывался на запад с целью установить первое трансконтинентальное сообщение по мере покорения просторов великих равнин и высот скалистых гор. Вы ознакомитесь с основами игры Rareway Empire. Вам будет оказывать помощь Томас Кларк Дюрант. Дальновидный руководитель Union Pacific. Union Pacific, да. Режим паузы. А вот давайте обычный, эта игра автоматически представляет создание... Ага, понял. Нам нужны тщательное планирование, таблицы, цифры и надежные факты. Как скажешь. В 1863 году на берегах реки Миссури началась завершающая глава грандиозного предприятия – прокладки трансконтинентальной железной дороги. История. Рабочие железной дороги Union Pacific начали прокладывать пути от Омахи на запад через дикое сердце североамериканского материка. Их поджидали огромные трудности. Они оказались вдали от цивилизации, где просторы необъятны, погода безжалостна, а работа невероятно изнурительна. Но им предстояло воплотить в жизнь чудо научной мысли, укротить пустыню, покорить ее силой стали, огня и пара. Никто до них не отваживался на нечто подобное, но это время пришло. Приветствую. Меня зовут Томас Кларк Дюрант. Совершенно верно, глава компании Union Pacific. Мы войдем в историю, как те, кто построил трансконтинентальную железную дорогу. А этим, друг мой, как раз предстоит заниматься вам, как ведущему инженеру. Ага. Сейчас я не могу лично следить за всем здесь на местах, поскольку мне предстоят встречи с политиками в Вашингтоне. Сначала вам стоит ознакомиться с основными элементами управления. Подвигайте камеру во всех... Да, я уже понял. Такое же было обучение и в Порт-Рояле. Теперь испытайте функцию приближения камеры. Ага. Можно также поворачивать камеру. Ага. Попробуйте. Очень хорошо. Теперь вы знакомы с основными элементами управления. На колесик удобнее. Вот вам первое задание. Проложите железнодорожную ветку между Омахой и Норфолком на северо-запад. Так. Для этого в обоих городах должны быть станции. В Омахе у вас уже есть станция, а в Норфолке ее еще предстоит построить. Значит, надо купить. Для этого перейдите в режим строительства. Ага. Станция. Очень хорошо. Теперь нужно соединить эти две станции путями. Для этого переключитесь в режим прокладки путей. Теперь спланируйте, как будут проходить пути между станциями в Норфолке и Омахе. Для этого выберите по очереди два пути около станций. Затем заплатите за планирование маршрута. Теперь создайте свой первый поезд, чтобы наладить железнодорожные сообщения между вашими станциями. Сначала ваш поезд существует только на бумаге. Без локомотива вам от него мало толку. Все. Кроме того, каждому поезду нужна железнодорожная линия, которая проходит через станции, где он должен останавливаться. Теперь соедините обе станции с железнодорожной линией, выбрав их по очереди. Ну что, Для первой железнодорожной линии этого достаточно. Теперь давайте убедимся, что она работает. Очень хорошо. Теперь вы видите путь, по которому будет проходить ваш поезд. Если на пути будут товары для перевозки, поезд автоматически подберет их. Едем, едем. Эх.
Я не успеваю за ним, он быстрее. Ой, вообще надо второй экран. Однако, поскольку локомотивам нужна вода, песок и смазка, вдоль маршрута нужно разместить башню обслуживания. Как он быстрее? А, ну давайте башню обслуживания сделаем. Куда мне ее поставить? Ага, сюда. Очень хорошо. Теперь ваш поезд курсирует между Омахой и Норфолком. Угу. Но можно пойти еще дальше. Каждому городу нужны товары из прилегающих районов. Например, кукуруза. О, и как раз рядом с Омахой есть кукурузная ферма. До сих пор кукуруза оттуда доставлялась в город традиционным способом. И нам нужно изменить это. Теперь в отмеченном месте постройте сельскую станцию, в радиусе которой будет кукурузная ферма. Так. Ну да, понятно. Кукурузная ферма, это вот сюда. Ой, не то нажал. Или нет, то нажал. Как мне поставить кукурузную ферму? Ладно, пообъясняй. Мне надо станцию построить? Так, это тогда получается. А, вот! Так это пивоварня. Кукурузная ферма, кукурузная ферма. А, понял. Все оказывается предельно просто. Теперь соедините новую сельскую станцию со станцией в Омахе. Ой. Нормально, покажите мне, нифига не видно. Ну давай. Вот. Как мне провести? Вот. Ну я ж провожу. Не может что-то. А, все. Проблему, блин, создал. Тут проблема. Во, вот так вот, да. Ну, вот так вот, да. Какая-то проблема пошла у нас. Можно отменить действие? Нет, нельзя. Снова попробуем. Можно это убрать? Пожалуйста, уберите эту барахло. Рано. Что происходит? Тупим, тупим, тупим. Так. Ну вот, я нажал уже, да? Ага, можно удалить. Удалить, пожалуйста. Ага, удалили. Попробуем снова. Так. Можно тебе повернуть? Ладно. Видимо, нельзя. А, ну, блин. А теперь задача усложняется. Нужно разобраться с логистической проблемой. Жителям Норфолка тоже хочется свежей кукурузы, так что скоро по путям между Омахой и Норфолком будут курсировать два поезда. Очевидно, это приведет к конфликтам. Каким конфликтам? Два поезда же. Поезда не могут проходить друг через друга. А, ну да. Поэтому между Омахой и Норфолком придется проложить запасной путь, состоящий из одного параллельного пути и двух семафоров. Ага. Как мне это сделать? Для начала создайте запасной путь. Его длина должна быть не меньше длины полностью загруженного поезда.
Запасной путь надо сделать, да? Как мне сделать запасной путь? Ничего не подсказывает, не хочет? Подскажите, пожалуйста. Нет. Уйди, уйди. Ладно. Да ё-моё, уберись, пожалуйста. Отлично, убрали. Надо запасной путь сделать. Ага. Так, установить точку параллельного пути. Ну... Да ё-моё, достал. Чё такое? А, вот в чём дело. Ну вот, он едет. А вон там второй. Мне надо запасной путь, однозначно. Не то, не то. Потому что они тут столкнутся нафиг. Где второй поезд? Куда второй поезд испарился? Что ж, ладно, второй... Нам нужен точно запасной ход. И не могу я его сделать. Обучение сложное. Или это я просто тупой? Ну вот, это я сделал. Ну ладно, раз у нас не получается, значит я на этом закончу. Ха-ха-ха. Всем спасибо за просмотр, с вами был Хайкерс, всем удачи и всем пока.